вообще является неотъемлемой частью моей жизни. Я с сознательного возраста занимаюсь спортом. Я люблю пробовать что-то новое, я люблю разнообразные интенсивные тренировки. И я считаю, что бокс — это как раз именно вот тот вид спорта, который и вот дает тебе ту максимальную нагрузку, которая загружает все мышцы твоего тела. Я дала себе обещание, что я не буду есть сладкое полгода. Единственный мой был, ну то, что срыв, я просто не думала, что это сладкое. Я съела на Новый год финики, помню, и у меня все лицо высыпало просто за мгновение. Разминка важна, потому что люди практически всегда приходят в спортивные залы рано утром. То есть организм еще спит, и надо правильно разбудить его, чтобы кровь начала правильно циркулировать. Женщины больше просят упор сделать на ноги, так как им интересно, чтобы больше ноги работали, то есть ну, там, накачать ноги, ягодицы и так далее. И у них они слабо развиты практически всегда. Работают, если в общем плане взять, работают больше плечи, грудные, трицепс и бицепс, разгибатели, сгибатели рук. Также немаловажную роль играют мышцы кора, которые нас держат при раскручивании боковых ударов, апперкотов и так далее. Конечно же, после тренировки я чувствую заряд бодрости, энергии, драйв и отличное настроение на весь день.